обещал, ты говоришь. Если трассу сделать, не знаю. Да, да, на другие машины. Опять сообщить. В школу пойдете, а? До школы-то еще. До школы-то еще. Ну, да. Она будет ждать, пока я вот тут не уйду. Чтобы куда-то вывезти ее, например. Все, конечно. Он у нас не производитель, он у нас потребитель. Да. Он корреспондент. Да. Корреспондент. У них только есть люди. Да, люди по-разному. Да. Есть добытчики. Ну, нет-то. Он потом продегустирует. Скажет, что хорошее, что нехорошее. Он историю пишет. Ну, я прочла анекдот, хочешь? Да. Давай анекдот. Два медведя встречаются. Один другому говорит, слушай, вчера кого-то сожрал, так и не понял. А как это он выглядит? Ну как? Спинка черная. Пузо белое, лапки грязные. А он отвечает, ты ж дурак дачника сожрал. Стар, много кинопленок. А потом пошли в видеокамеру, видеокамеру себе приобрел, так что от этой идеи так не отказывался. У него столько много впечатлено всего. Крокодил не ловится, не растет кокос? Грибы – дело другое, грибы можно о, собирать. О, смотри. Смотри. Ух ты, вот это прям сыпется, наверное. Да, дитя. Кто это? Как черника. Здесь тоже вкусно. Сладкое. Что вы не кусаете? Я могу либо нагнуться за ней. Кустик нехороший. Стоя. Петра Юрка, самый хороший кустик себе выбрала. Юлин. А Катьке отдал кожу. Ты прям живых отдал? Да, живых. Ой. А там же мертвых, что ли, отдал? Вот, тут резали как-то грузины. Прям сразу зарезали и забрали. Да, не потрошили, ничего, прямо с кишками туда. Наши мы первые. Ну, одному я тут зарезал, почему-то пожарил, выпили две бутылки. Как чеснок, разгрязки он свежий. Давайте сюда. Да. Мне сейчас нет, хочешь пиво? Есть. Как ты хочешь. Но не пиво, а хочешь пиво. Чего? Вставал грядки, съел. Вот это вкусно. Просто купил и пролежал. Несколько часов, это уже не то. Зелень, когда несколько часов полежал, это уже не то. А, ну, рот есть. Есть, вот, водка есть.
Жень, ну ты пиво уже не пьешь. Нет. Не, если водку, не пьем. Пиво не пьем. Дайте маленький ножичек. А я тоже ложечки. У меня тоже. Чуть пиво, можно еще? Так, помидоры. Давайте, ешьте, как вы там, как вы умеете их есть. Режьте, ешьте. Молодец, я стал молодой. Я уже там не пекла. Нет, мне просто... Жуль? Я каждый день тоже не пеку. А когда там, вот, так вот, 2-5 там назад. Это же каждый день так. Так маленькие они были, кто же сейчас пекла. Чем кормить? А что ж я уже обмолвила? И пьешь пока. Уже а здесь не понял, ну чего? Это вкусно, что ли? Что-то они принесут, ну что-то я вот как бы сделаю. А пироги уж всегда как бы. Внуков мало, внуков мало. Да. А мы с бабушкой это были что-то подарить. Да, много внуков. Как будет много внуков, тогда и пироги пойдут. Не все ваши описывают. Просто не все. Юрка вообще уже не хлопает. Вообще не знаю, как он должен выглядеть. Поэтому везите срочно Настю, у нас будет сделать. Мелколетник. Или то ли я его сначала забила, а потом подумала, что сорняк и выдрала. Так, Юлька прополола тебе? Да. Моя рана. Трав, болючий трав, моя рана. Моя рана есть. И лук раньше. Вообще ничего нет. Смотри, смотри, когда Юлька приезжала к вам на дачу, она сразу посоветовала, морковку нужно прополоть. Проведить. Да, проведить, она бы проведила. Слава богу, мы не разрешили. Слава богу, мы не разрешили. Вчера присел, и я говорю, ну что ты, ты выбирай самую слабую, если уж. Да он говорит, я траву вроде как. Спасибо за внимание. Давайте, езжайте.